А, да. Старый добрый DOS. Ну, почти. И да, мы уже все поняли, мы будем проходить Dusk. Я давно уже хотел начать с этой игры, но Хэллоуин, скажем так, меня подтолкнул. И прежде чем мы начнем, я хочу показать настройки, как это все у меня выглядит. И вот так я использую стандартную цветовую палитру и вот такие вот настройки дисплея. Меня устраивает так, как выглядит эта игра. Особенно я не хочу включать вот эту вот отвратительную фильтрацию текстур, которая делается таким мыльненьким. Потому что нет ничего лучше старых добрых пикселей. Итак, мы загружаем первый эпизод. Intruder мод позволит нам начинать с чистого старта каждый уровень. И мы используем сложность Sierra Miedo. Просто потому что Duskmare — это издевательство. О, да. Итак, начинаем мы вот так. Я люблю брать вот эту вот циркулярную пилу и швыряться в них. Так, а куда она ушла? А, вот, отлично. А ты чё? Так, порежу. Ну да. Также, возможно, вы захотите бросить в них в эту канистру. Потому что эта канистра взрывается, их убивает. Однако можно подумать, что ее лучше сохранить вот для вот этого секрета, видите? Но туда можно проникнуть и другим путем. Так что просто смело берите канистру и взрывайте их. Ну да ладно. Здесь мы находим первый секрет, это пистолет. Вот, также поднимаемся вот сюда. И если внимательно посмотреть, то вот здесь текстура немножко отличается, потому что это ложная стена. Здесь мы найдем супер дробовик и пару крыс, которых мы из него расстреляем. А что, вы как-то по-другому избавляетесь от крыс, вам подавали? Этот портал несет нас в начало. Уходим сюда, встречаем наших первых врагов. Ну как первых? Наших первых культистов врагов. Берем второй пистолет и убиваем этого оленя. И вот одна из этих дверей, вот это вот, ее можно прострелить, чтобы найти секретную аптечку. Так, далее убиваем этого мужика, забегаем этот ящик, бахнем и дернем этот переключатель, чтобы открыть вот эту стену. И это именно тот секрет, о котором я говорил в начале. Вот она, стартовая локация. Что ж, пойдем исследовать. И справа сразу будет олень. Комнатах тоже парочка. Так, а они оба умерли, что ли? Забавно. Здесь дробовик. И вот так вот можно выйти наружу альтернативным путем. Но мы отправим вот эту стену. Здесь, кстати, тоже можно как-то туда попасть, ну ладно. Вот. И вот найдем этот предмет. Но для начала мы откроем там проход. Возьмем его. Возьмем два пистолета. И сейчас вы посмотрите, что он делает. Это весело. Да, он ускоряет темп стрельбы для всего оружия. Дробовик с ним тоже прекрасен, но пистолет меня больше всего веселят. Так, не забываем бахнуть. И идем веселиться. Забираем этого глухого оленя. Не забываем про этого мужика. И зайдем исследовать этот домик. Да, мы здесь изначально должны были подняться, если бы не этот секрет. Так, зайдем на второй этаж. Здесь вроде как дробовик. Но его можно взять во вторую руку. Это прекрасно. Так, здесь есть мыло. Да, его можно поднять. Оно играет большую роль в этой игре. Секундочку. Так вот, мыло. Ну, вы знаете, мыло. В общем, вы увидите позже. Так, оу. А что я забыл? Секундочку.
мог забыть? Подумать? Дайте подумать. Дверь я его. А, конечно же. Здесь есть вентиляция, которую можно прострелить и взять бриллиантик. Бриллианты, золото и другие сокровища в этой игре играют роль брони. Потому что, да. Ну и выходим с уровня. Да. Dusk — это прекрасная игра, она вышла в 2018 году и вдохновлена, как можно понять, Quake'ом, Blood'ом, ну и прочими классическими шутерами. Это прекрасная игра. Абсолютно всем рекомендую попробовать. Больше ничего не хочу говорить. Она очень классная, мы в нее обязательно еще поиграем, пройдем на 100%, все как мы любим. Вот, ну и... Счастливого Хэллоуина! Спасибо за внимание и всего доброго!